Насчет тату, кто не в теме, кто забыл, как и я, кто вообще не знает, у Саши на канале вышло видео пару дней назад. Там у него был стол с испытаниями. Надо вот так вот держать руки и ладони на столе, на одном месте, не двигаться, не дергаться. Если ты типа отрываешь ладони, то ты проиграл. Вот, и там были всякие испытания, и мне досталось испытание, что мне надо набить татуировку. Ту, которую они мне типа дадут делать. То есть я даже выбрать не могу, просто либо бью, либо не бью. И они так говорили, я реально поверила, что мне будут бить настоящую татуировку. Я согласилась, понимаете, на настоящую татуировку, а они приносят хну, и я такая... Ну вы, блин, даете, ну... Ну вообще, короче, это была полная халява. Я типа была уверена, что мне сейчас будут бить тату. Я типа не хотела, просто потому что я буду плакать, мне больно, будет больно от настоящей татуировки. Ну ахна, это полная залупа, короче. Ну там типа мне набили вот на шее, как набили, нарисовали. Ну вы у Саши можете в телеге посмотреть, что мне там нарисовали. Неприличности всякие, непристойности. Письку мужскую с крылышками. Короче, мне, конечно, такая татуировка не понравилась. Но что делать? Она у меня была где-то неделю, не смывалась. Изначально ее должны были вообще на лбу мне нарисовать, но слава богу, что не стали, потому что у меня там, знаете, интеграции, у меня стримы, а в таком виде ничего из этого сделать не можешь. Я даже на стримах, когда сидела, я вот так вот волосами прикрывала все на всякий случай, так что вы даже не спалили.